Привет-привет, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас классное видео. Это распаковка второго заказа из 11-го каталога компании Oriflame. Я уже сбилась со счета, да, уже целый 11-й каталог. Слушайте, половина сезона пролетела незаметно. Итак, второй заказ, он не очень большой, всего 66 баллов, да, 66 баллов, но в этом заказе у меня целых два подарка стоимостью по 1 рублю. И я уже спешу вам похвалиться: получила умные весы электронные с подключением через Bluetooth, то есть теперь я могу все узнать о себе, и про массу, и про возраст, и про то, и про все. Я их еще не открывала, с вами первый раз это делаю. Ух ты! Ой, батарейки идут в комплекте, как меня это всегда радует, потому что всегда такой момент: а, нет батареек, хочется проверить, а их нет. А тут, оказывается, все уже продумано. Как же это приятно. Вы знаете, на весах нет никакой надписи, чьи это весы, то есть сделано специально по заказу Oriflame, и я смогу узнать вес, ИМТ, ожирение, висцеральный жир, белок, возраст, идеальный вес, костная масса, мышцы, вода, жир, ой, скорость обмена веществ, вот это да. Слушайте, и он даже рассчитан на 8 пользователей, то есть я могу к этим весам через Bluetooth подключить 8 человек, то есть сделать замеры за весы и потом наблюдать, какие идут изменения. У нас пока 3 человека в семье, и мы это обязательно сделаем. Слушайте, классные весы. К моему огромному стыду, у нас до сих пор не было весов нормальных. У нас были обычные весы, знаете, такие, где надо было так ролик покрутить, выставить нолик. Мы их в Икее покупали 10 лет назад, может даже больше, но они нормально взвешивали, вроде бы как лишнего веса нет и не нужно. Но когда есть возможность получить вот такие крутые умные весы всего за 1 рубль, конечно же, я отказываться от этого не собиралась и очень рада такому крутому подарку. Если вы участвовали в этой акции, где нужно было копить спонсорские баллы, похвалитесь, какие вы взяли себе подарки. Один подарок я вам уже показывала, это были умные часы, я их подарила дочке, но там была фирма Xiaomi. И еще мы получили вот такие очки, их я сразу распаковала, сразу попробовала, потому что этот подарок я ждала больше всего, вообще больше всего на свете. Я хотела вот такие массажные очки. Почему? Объясняю. Их, кстати, заряжают как телефон, есть специальный провод. Я о них мечтала, потому что очень много работаю за компьютером, очень много сижу в телефоне, у меня так устают глаза, вот просто вот прям вот устают. Слушайте, какая это крутая штука. Здесь сбоку нажимаю один раз на кнопочку, они включаются, и автоматически сразу просто идет тепло, то есть размещаю вот так вот на область глаз, вот так вот сюда, и просто идет подогрев, то есть если нужно вот как бы расслабить, просто вот успокоиться, нажимаю на кнопочку еще раз, буквально 3 секунды, тепло отключается, идет массаж. Массаж, знаете, на что похож? Вот у меня есть такие штаны лимфодренажные, там вот надувается, отпускает, надувается воздух, отпускает, то есть идет вот такой постоянный вот какой-то массаж такой, и очень похоже по ощущениям, то есть здесь все вот как-то двигается, сдавливает, отпускает, перемещается. У меня в какой-то момент было ощущение, что я вообще куда-то в какую-то игру компьютерную перенеслась, потому что у меня было ощущение, что они меня просто вот так вот обняли, и мне так стало хорошо, я отрубилась просто. И другая программка, еще раз нужно нажать, идет микс тепло и массаж, это просто полный аут, просто я вам передать не могу, насколько это круто. Поэтому если есть возможность приобрести себе вот такие очки, обязательно их купить. Смотрите, они сворачиваются прям полностью, так вот сгибаются, это супер. И единственное, что у них здесь вот внутри ткань, и она такая вот приятная, как велюр, как замша такая, и она несъемная, то есть если на все время делать массаж и при этом будет макияж или вот жир какой-то, то это нехорошо, потому что потом будет трудно удалить это все с поверхности. Поэтому я сначала кладу платок тонкий тканевый и сверху уже очки.
такие массажные очки. Очень круто, очень. Я настолько вот счастлива этому подарку, вы не представляете. Я давно так, мне кажется, ничему не радовалась уже, вот из подарков, из чего-то. Это просто невероятно. Итак, переходим к заказу. Слушайте, у меня в заказе тут полный завал мыла, потому что мыло сейчас идет по акции серии Love Nature. Я взяла много-много кусочков, потому что их хорошо разбирают с кокосовой водой и дыней, с клубникой и лаймом, это отшелушивающее мыло, один с оливой. Ну, скорее всего, у меня его заберут, все это мыло. Я иду к клиентам, кидаю с собой кусочки, мне их все тут же забирают. И с малиной три штуки взяла, я так по нему соскучилась. А со спецпредложения я заказала с каталога Выгода Плюс, заказала свои любимые яблоко и корица. Все-таки это мыло я обожаю больше всего, просто мое любимейшее. Я так переживаю, вдруг его уберут из коллекции. У меня есть в запасе пару кусочков, ну вот пусть будет побольше, чтобы прям вот я была спокойна. Так, заказ клиентки, два мыла серия Essentials. Им очень классно умываться, и оно вообще очень мягкое, подходит для чувствительной кожи, еще оно с осветляющим эффектом. У меня, кстати, дочка таким мылом умывается, ей очень нравится оно, просто очень. И она все время: мам, мыло заканчивается, и я ее беру, когда оно со скидкой. Также у меня клиентка заказала два крема для рук, если заметили, сейчас в каталоге при покупке двух идет акция, и акция очень хорошая. Поэтому если брать, то только 2, 4, 6, чтобы было четное количество. Один крем персиковый, а второй с алоэ. Оба классные. Вы знаете, консистенция кремов в этой серии практически всех, мне кажется, одинаковая. Я не вижу отличий. То есть такая легкая консистенция, легко впитывается, не оставляет никаких жирных, липких остатков на себе, то есть нету такого следа. И очень тонкие ароматы, они очень тонкие, очень приятные, ничего такого нет, чтобы вот они надоели или вызывали какие-то неприятные эмоции, наоборот, хочется пользоваться и пользоваться постоянно. Заказали у меня также с каталога Выгода Плюс такое масло для тела, мед и молоко серия. Это такой, как сказать, эксклюзивчик, да, это лимитированная серия, и вот только иногда сейчас можно приобрести где-то в распродаже. А у клиентки это любимое масло, она его все время берет, тем более по акции, оно 299 рублей всего стоит. Классное масло, ароматное, очень вкусное. Себе я со спецпредложения взяла масло для волос, это для кончиков волос. Так, сейчас скажу, где на русском языке инструкция. Сыворотка для волос. А, восстанавливающая. Вот, восстанавливающая. Мне очень нравится эта сыворотка. Вот смотрите, я ее наношу только на кончики. У меня очень сухие, очень пористые волосы, пережженные. И я просто не могу расчесаться без этой сыворотки. Даже я наношу сначала кондиционер, смываю или маску делаю. Когда у меня волосы уже, полотенце впитало влагу, я наношу 2-4 капли масла. Ну, смотрю вот по состоянию волос, если чувствую, что они прям подсушенные такие сильные. Вот недавно кончики отрезала, поэтому они сейчас получше стали. Я масло Элио так растираю в ладошках, переношу на волосы примерно вот отсюда, то есть не на ту часть, которая близко к коже головы, а вот на кончике, вот так вот отсюда. И вот эта часть у меня вся масло масляное, все мажу, все впитывается. Потом я подсушиваю феном, и перед тем, как я начинаю их расчесывать, обязательно две капли, больше мне не надо, всего две капельки, поэтому расход очень маленький вот этой сыворотки. То есть я беру две капельки на пальчики, не сюда капаю, а прям сразу на кончики пальчиков, вот так вот их растираю и аккуратненько вот так прям на кончики переношу, быстренько везде распределяю, даю минуточку-две, чтобы оно впиталось, и потом спокойно расчесываюсь. То есть я бы без этого, вот без этой сыворотки, мне кажется, я бы расчесаться не смогла, потому что это нереально. Так, у меня заказала клиентка тональную основу AZ крем с SPF 30, матирующую. Сегодня надо ей позвонить, чтобы забрала. Вот такой тюбик
У меня, кстати, дочка таким пользуется, очень довольна, ей нравится. А мне не очень подошло, потому что я люблю более такие плотные основы, чтобы прям хорошо все перекрыть, потому что у меня где-то пигментные пятнышки есть, какие-то неровности. Я люблю более плотные, поэтому я предпочитаю, например, The One Everlasting или Giordani, мне нравится тональная основа. Это мне тоже нравится, но с ней приходится еще корректор добавлять, там что-то корректировать. А я люблю быстро нанести, чуть-чуть пудры, чуть-чуть румяна, и все, я готова. Так, эта же клиентка заказала туалетную воду Dartushine с очень приятным летним ароматом. Он очень-очень приятный, попробуйте, скажите себе пробник, и вы поймете, что этот аромат просто вау, какой классный. Также мне заказали Love Potion Secrets, любимчик, любимчик моей дочери, и очень многие люди его любят, я его люблю, но все-таки я не часто им пользуюсь, у меня есть более такие, более взрослые, мне кажется, для меня подходящие ароматы, поэтому этот аромат заказывают в основном такие девушки, молодые, такие звонкие, у которых, знаете, романтика, любовь, вот это все. И когда я хочу такое состояние вот поднять, или мы с Мишей идем гулять, то я могу у дочки просто попросить этот аромат, сказать: дай-ка мне свой Love Potion, и мы идем гулять. Кстати, Миша сегодня меня пригласил на свидание, пожалуй, я воспользуюсь этим ароматом. Так, мне положили пробник, пробник, а что это за пробник? Сыворотка для лица, серия Brilliance, то есть для осветления. Когда мы заказываем со каталога Выгода Плюс на 10 баллов, то складывают один пробник за 3 рубля. И себе я заказала вот такую штуку для ступней, то есть для обуви, скорее для обуви, но чтобы ступням было комфортно. Я заказала вот такие, ой, они такие маленькие, смотрите. То есть это такие силиконовые штучки, которые вот приклеиваются в обувь, чтобы нога фиксировалась и не сползала вперед. Просто у меня есть одни босоножки, в которых мне не очень комфортно, особенно когда жарко, и поэтому я думаю, мне нужны такие штуки, слышите? Но я думала, они большие, а они такие малышки. То есть они вот тут вот клейки, ой, они прям приклеятся к обуви, зафиксируются, их не надо будет уже снимать, пусть они там будут. Одна под пяточкой, одна впереди, где вот уползают ножки. Можно, кстати, и так лепить, и так, как вам удобнее. Я вот так буду лепить. А вот эта часть приятная, очень силиконовая, то есть нога не будет соскальзывать вперед, то есть она будет хорошо держаться. Вот вам такой лайфхак. Слушайте, классно упаковано, все в коробочке, так что все, теперь можно носить босоножки совершенно спокойно, класс. Вот такой вот заказ, он небольшой, но очень, мне кажется, уютный, и самое главное, такие классные подарки, от которых я в восторге. Спасибо вам огромное за то, что вы смотрите мои видео, я вас очень люблю, обожаю, крепко-крепко обнимаю. Я вам желаю успехов, очень приятных впечатлений от продукции Oriflame и хороших результатов. Если у вас какие-то есть вопросы, пишите их в комментариях прямо под этим видео, я вам на все вопросы буду отвечать. Всего вам доброго, пока-пока!